Не правда ли, знакомый марш? Наш микрофон на московском стадионе «Динамо». Сегодня встречаются две динамовские команды. Это киевляне, обладатели Кубка Советского Союза и чемпион страны москвичи. Игра начинается наступлением москвичей. Сделан первый удар по воротам, но защита гостей отражает атаку. По левому краю прорываются киевляне. Яшин выбегает из ворот. Перехватывает. Игра переносится на половину поля киевлян. Мяч Рышкина. Подача. О, защитник Михалина выбирает мяч не угловой. А что он еще мог сделать? Москвичам не удается добиться успеха. Вратарь Махаров на месте. Сразу же следует новая атака московских динамовцев. Центр нападения Мамедов прорывается на штрафную площадку. Его сбивают. Это грубое нарушение правил. Судья Белов назначает 11-метровый штрафной удар. Счет открыт. Идет команда московского «Динамо» 1-0. После перерыва игра обостряется. Москвичи вынуждены обороняться. Они пытаются перевести игру на половину поля киевлян. Но это им не удается. Защитник Ларионов перехватывает мяч. Он издали бьет воротом, но не опасно. Следует ответное наступление московских динамовцев. Темп игры высокий. Острые положения возникают то одних, то у других ворот. Атакуют киевляне. Яшин падает. Гол! Это нападающий Коман забил ворота москвичей ответный мяч. Воодушевленные успехом киевляне продолжают нападать. Однако москвичи хорошо защищаются. Идет 60-я минута игры. Хозяева поля проводят аналогичную атаку. Мяч на шестой площадке. В воротах киевлян второй гол. Он и решил исход встречи. Победили московские динамовцы со счетом 2-1.